Ядрен батон, ребята. Это надо видеть. Ваня, зацени. 3200 на 1800 пикселей. Обратите внимание сюда. Захотели вы зайти в разрешение экрана? Раз. Кто что видит? В общем, это Samsung ATIF Book 9+. Ребята что-то стали реально заморачиваться с названиями, но, по крайней мере, у них все тот же дизайн, все та же компоновка портов, клавиши, тачпад и так далее. Это новая 9-я серия Samsung от старой 9-й серии 900X4C или X4B. Вы знаете эту модель, X30 еще есть. Оно отличается тремя основными вещами. Но сначала я расскажу об общих чертах, которые, в общем-то, остались, которые были. И с моей точки зрения, они реально такие плюсовые для Samsung, имиджевые и хорошие. Во-первых, это внешний вид. Внешний вид остался тем же самым. То есть, вот издалека, да и вблизи, тяжело понять, где новая серия 9 Samsung, а где старая. Они нащупали, мне кажется, свою нишу, свой такой путь, свой way, как говорят в лучших домах Лондона, да, и вот идут тем же путем, улучшают принципиально какие-то принципиально ключевые характеристики, а вот дизайн вроде как, ну, раз это работает, зачем это ремонтировать, оставили тем же. Это 1,3 килограмма, реально легкий аппарат. Первое принципиальное отличие, это, как вы уже поняли, это экран, он здесь сенсорный, но Samsung реально молодцы, респект и уважуха. Многие из вас видели сенсорные экраны на новых ноутбуках, они толстые, а здесь, посмотрите, он тонкий. Да, он чуть-чуть толще, чем у старой 9 серии, из-за этого ультрабук мог бы быть еще тоньше, но он такой толстый, толстоват по сравнению с другими моделями. Тем не менее, толщина осталась умеренной. С первого раза и сходу даже не скажешь, что экран сенсорный, потому что он реально тоньше, чем у почти всех конкурентов. Второй момент, это помимо сенсорности, это разрешение. Так вот, 3200 на 1800 пикселей. Зачем? Зачем Samsung это делает? Ровно за тем же, зачем он ставит 8 ядер в свой смартфон, которым, естественно, никто никогда в жизни не воспользуется, не пользуется. Вот посмотрите, так выглядят иконки. Это стопроцентное, обычное стопроцентное увеличение. К слову сказать, здесь ставится обычно 150% максимальное. Сейчас я тут... У меня нормальное зрение, вот, но это надо вглядываться. Screen resolution, и вот, вот у нас, вот, 150, вот люди ставят только 150, на 150% увеличения хоть что-то видно. То есть работать с этим, ну, еще и не всегда срабатывает, ну, неважно. Работать с этим, кстати, это сэмпл, гаджет еще не поступил в продажу. Так вот, работать с этим в обычной жизни довольно, мягко говоря, тяжело. А, вот, заработало. Какие-то вещи вроде HD-видео, и то Full HD 1920 на 1080, здесь смотрятся, да, благодаря яркости, повышенной контрастности, они здесь тоже присутствуют, смотрятся хорошо. Но такое разрешение, мягко говоря, вообще не нужно. Вот мы сделали более-менее... вот сейчас стало получше. Это максимум. Максимум, что можно выжать по размеру иконок из этого аппарата. Это максимальное уже увеличение. Что еще? Это Intel 4-го поколения процессоры, естественно, Core i5, Core i7, SSD-накопитель, кстати, 128 гигабайт, насколько я знаю, потом, возможно, будет 256, но пока я знаю только модификации 128, это встроенная графика, это 4 или... нет, просто 4 гигабайта оперативки. Это второе принципиальное отличие. Естественно, увеличилось время автономной работы, потому что Intel 4-го поколения, и Samsung обещает all-day computing. На самом деле, all-day computing здесь и не пахнет, потому что максимум 5 часов. У меня, честно говоря, было 4,5, но я думаю, что 5-5-15 выжать можно, когда совсем убавить яркость и так далее. Это вторая фишка. И третье принципиальное отличие от 9-й серии прошлого года – это... Но это софтовая вещь, на самом деле, я думаю, что на прошлую версию это тоже можно установить. Это функция SideSync. Когда вы ее устанавливаете, активируете,
по USB подключаете свой смартфон, любой самсунговский, естественно, он, эта функция SideSync автоматически синхронизирует все данные вашего смарта с ноутбуком, соответственно, как бы ничего даже нажимать отдельно не нужно, у вас все бэкапится автоматически сюда, прям в ультрабук. Порты, есть еще одна сильная сторона ультрабуков Samsung, правда, здесь все основано на переходниках, тем не менее, с этой стороны у нас USB 3.0, с его помощью можно заряжать гаджеты, когда ультрабук находится в спящем режиме. Это переходник на DisplayPort, это у нас гнездо для наушников и замок Kensington, тоже какая-то его уменьшенная версия. Здесь еще два переходника. Первый — это micro HDMI. Все это идет в комплекте, к сожалению, у нас под рукой не оказалось, потому что у нас вообще даже коробки от этого гаджета нет. Видите, это английские буквы, sample, только вот сам аппарат. Это переходник на сетевой разъем. Все тоже есть в комплекте. И такие они самсунговские. Мало где встречаются вот такие вот вещи. И еще один порт — это USB 3.0. Здесь гнездо для зарядки. Естественно, клавиши с подсветкой. Подсветка адаптивна, как и адаптивная яркость экрана. В зависимости от освещения становится ярче или темнее. Вот такой аппарат. Еще раз напомню, 1,3 килограмма. По деньгам. Что по деньгам? Он бы стоит в районе 50 тысяч рублей. Естественно, во многом потому, что здесь такой ядреный суперэкран с суперразрешением, которое непонятно, честно говоря, зачем нужно. Тем не менее, надеемся, что другие ребята, которые занимаются софтом, так сказать, Голливуд и так далее, подтянутся, или режиссер Михалков снимет что-то такое, что можно будет смотреть на этом экране, а Samsung все-таки молодцы, но платить за то, чем не будешь пользоваться, мне кажется, все-таки не очень правильно, но прогресс должен идти вперед, поэтому вот Samsung Active Book 9+.